Доброго времени суток, дорогие зрители, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я вам хочу показать такой вот заказ, который, в принципе, мне очень-очень-очень-очень понравился. Я им довольна. И, ага, средство немножко упало, да? Универсальное средство еще заказала в дом, да, чистота и блеск. Вот, ну и давайте, конечно же, начнем с туфель. Очень мне понравились туфли. Я заказала сначала черные туфельки, а далее я заказала сразу же цвет хаки. Да, то есть обалденные туфли. У обеих туфлей состав: верх искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа, подошва тунит. Такие вот красавицы туфельки. Они идут на ремешочке, как вы видите, да, вот этот ремешочек, да, тут застежечка идет. Тут вы можете регулировать, какая у вас ножка, ширина ножки. Каблучок классный. Были набойки в комплекте положены, да, то есть качество просто идеальное. Я в них уже походила по торговому центру, и в этих я вчера походила тоже по торговому центру, как вы видите, или я хожу аккуратно, или они реально крепкие и клевые, да, то есть вот такая вот, такие вот хорошенькие. А на ножке они тоже смотрятся великолепно, так камера мешается, да, то есть вот смотрите, как они смотрятся на ножке, красиво, классно. Я вам покажу сверху, специально приподняла джинсы, чтобы вам было видно, да, я их с носочком вам померила, да, то есть, ну, просто невероятно круто, красиво, классно, и я про них уже снимаю не первое видео, если честно, но я прям не могу, как они мне нравятся сильно, да, то есть вот такая вот красота, вот такая вот красота. Очень удобные, устойчивые, хорошенькие. Каблучок, вот он, вы знаете, он, да, он на самом деле, он кажется высоким, но он нисколько не чувствуется ногой. Я в них летаю как бабочка, они мне не давят, ни малы, ни велики, да, то есть размер 38, ну, вообще классные, очень-очень классные. Итак, следующее, что бы мне вам хотелось показать, это, конечно же, колготочки различных размеров, потому что сколько бы колготки мы ни носили от компании Фаберлик, пусть они идут износостойкие, но все равно теряют форму, теряют вид, если их, ну, раз 20 постирать, да. Вот, все колготочки шли проложенные картоночкой, целлофановый пакетик завернутый, а потом этот целлофановый пакетик идет вот такой картонной качественной коробочке, то есть они хорошо упакованы. У всех колготочек идет такой вот состав, да, то есть тут есть 4-5 лет, да, то есть от 104 до 158 рост, да, и обхват бедер, конечно же, указан. Вот, мы заказываем размер 116-122, хотя мы ростом 110, но мы широкие девочки, да. Вот, далее, значит, у нас состав 82% хлопок, 8% полиэстер, 10% спандекс. Вот такие вот классные. Значит, сейчас я держу в руках 116-122 с артикулом 86-954. Они такие вот зелененькие, и в этот раз они непростые. У них, во-первых, идет классная широкая резинка, что мне очень-очень нравится. Да, классная широкая резинка. Просто великолепная. Да, они такие очень плотные, теплые, но не прям без начеса. Да, то есть без начеса. Далее, значит, само изделие имеет такую косичку. И эта косичка идет до самого основания практически, да. Носочек идет с резиночкой, да, и этот шовчик, он плоский, да, я посмотрела специально, да, он практически плоский, и в туфельках не будет давить ножку, да, то есть я вот наизнанку вывернула вам сейчас. Следующий оттеночек — это голубенькие, вот такие вот они. На камеру, кстати, они ярче, они немножечко нежнее оттенок, менее такой выраженный. Это идут колготочки с артикулом 86-949. Вот эти вот колготочки, да, это голубенькие. А далее идут колготочки точно-точно такие же. Цвет у них бордовый и артикул 86-959. И еще идут темно-синенькие колготочки. У них размер
тоже 116. И артикул 86-964. Вот такие вот они все хорошенькие. И вот последние колготочки, которые бы я вам хотела показать, они идут в такой вот горошек. Плотные, они уже не просвечивают. Да, то есть вот таким вот образом. У них тоже идет мысочек. Тут есть шовчик. Да, кому это интересно. Вот они изнутри, как прошиты. Да, то есть эти белые штучки, они это не краска, это швы. Да, как вы видите, это шов. То есть эти дырочки, да, никуда не отпадут, никуда не денутся при стирке. У всех широкий поясок, что очень удобно, не замедляет процесс обмен пищеварения у детей и так далее, и так далее. То есть вообще великолепная просто вещичка. У этих колготок немножко другой состав. У них 82 хлопок, 8 полиэстер, 10 спандекс. Идет составчик. Вот у них размерная табличка. Тоже от 104 до 158. Вот артикул у них, которая в горошек, 87-881. То есть такие вот, таких вот хороших плотных упаковочках в пакете. Плюс обернутый через картоночку маленькую беленькую. Да? Далее. Очень красивое платье, прям просто великолепно. Посмотрите на него. Я была очень довольна данной покупкой. Чем оно мне так понравилось? Посмотрите, какая ткань классная. Да, вот такая вот классная ткань. Просто безумно великолепно. Оно так объемно смотрится, этот рисуночек. Ну, просто очень-очень понравилось. Тут идет железный замочек. Да, идет горловина с рюриксом и окончание рукавчика тоже с рюриксом, да, то есть видите, тоже он немножечко, да, то есть рукавчик длинненький, хорошенький, и сама ткань классная. Низ изделия выполнен прямо, вот, да, низ изделия, и сзади он идет розовенький, то есть оно такое идет трикотажное, вязаное, очень даже красивое платье сзади, да, тут этот замочек, он расстегивается, как вы видите, сзади оно идет такое пряменькое, но очень мягкое, люрекс не будет натирать нежную кожу, да, нежную шейку. Это трикотажное платье с длинным рукавом для девочки, светло-розовое, размер 116, ткань первая, 70% хлопок, 30% полиэстер, и ткань вторая, 100% хлопок. Да, артикул 193-198. Очень красивое платьишко, очень классно смотрится, светленькое, хорошенькое. Конечно, ребенок, если в садике покушал, то потом уже не придется его, конечно же, постирать, если он где-то заляпается, да, наш малыш, наша дочка. Но вы знаете, я-то, в принципе, очень довольна. И далее, конечно же, такие вот ботиночки бы мне вам хотелось показать. Ботиночки классные. Мне очень понравились. По ножке моей сели хорошо. Я в них буду ходить с удовольствием. Но я больше люблю, сразу вам скажу, больше люблю шпильку. Да, они идут на молнии. Да, то есть сам бегунок железный, а молния пластмасса. Да, тут идут ремешочки, заклепочки. Убрать их, если вам захочется, в принципе, составит немножко труда, но немного. Да. Далее, значит, тут идет до сюда второй, да, тут тоже идут заклепочки, вот, то есть они такие простенькие, хорошенькие, приятненькие, и, ну вот вы знаете, за счет тонкой подошвы, мне кажется, уже в минус 5, если, то нога будет немножко подмерзать, все-таки они до минус 3, ну вот это мое личное мнение, они до минус 3, и то, что подошва тут идет, она ребристая, но очень мелкая, да, как вы видите, очень мелкая, то мне кажется, что в минус вы уже будете подкатываться, реально будете подкатываться, поэтому будьте осторожны. Ну, что скажу, качество хорошее пока что, да, вот, никаких у меня замечаний, нареканий нет. Внутри есть небольшой такой подшерсточек, да, как бы я сказала, начесик. Пяточка тверденькая тут, да, то есть они не гнутся, да, давайте я увеличу вам подшерсточек, да, вот он такой очень нежный, очень мягкий, не знаю, как эта ткань называется, к сожалению, коробочку я уже выкинула, и сейчас я вам их с удовольствием
померяю, да, то есть вот нужно сначала расстегнуть туфельку, а потом надеть ботиночек. Буду надевать на эту ножку. Ну, то есть я их прям, знаете, даже без всего очень легко одеваю. И они мне ни малы, ни велики. Просто все идеально, просто все здорово. Да, то есть, ну, носить буду с удовольствием. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вот тут не было вот этого вот места, да, что вот оно так отходит. Мне бы хотелось в обтяжечку, но раз уж сейчас такая мода, то что делать? Да, ну, смотрятся они просто здорово, как вы видите. Очень они мне понравились. То есть джинсы можно заправлять вовнутрь. Но я вам сейчас их загнула, чтобы вы поняли, докуда они длиной и так далее, и так далее. Да, то есть очень даже хорошенькие. С удовольствием буду носить. Да. Ну, не скажу, что очень с удовольствием, потому что шпильки я люблю, конечно, больше. Шпильки – это моя страсть, и ботильоны я тоже очень часто покупаю со шпильками. А вот уже зимнюю обувь я люблю или на платформе, или на толстеньком каблучке. То есть на шпильках зимнюю обувь я не покупаю, потому что где-то есть сугробы, они проваливаются, это безумно неудобно. Вот, вот такая вот красота. Ну что ж, дорогие коллеги, рада была быть вам полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам полезно было это видео, конечно же, с удовольствием вам обо всем рассказала. Да, еще забыла. Я заказала вот такое вот концентрированное средство универсальное «Чистота и блеск». Он эффективно моет различные виды полов, стены, предметы интерьера, мебели, изделия из пластика, керамики, дерева и не требует смывания. Вот это вот не требует смывания, оно мне очень понравилось, и я с удовольствием им мою пол. Да, то есть оно идет 500 мл, биоразлагаемое, экологически чистое, не тестируется на животных, не наносит вреда окружающей среде. Вот у него состав, вот условия хранения, вот тут есть меры предосторожности, а также есть способ применения, то есть очень широкий спектр применения, да, и для чего он нужен, тоже как бы такая длинная-длинная аннотация, да, то есть вот и артикул у него 112-17, то есть обратите внимание, оно концентрированное, и 500 мл, его реально надолго хватает, идет оно с очень удобной упаковочкой. Аромат у него такой нежной чистоты какого-то, ой, какого-то шампуня немножко, да. То есть я вам сейчас вот его капну. Да, то есть видите, оно очень сильно пенится, реально сильно. Удобно его хранить, то есть поставил, ведерко капнуло, оно снова стоит в шкафу. То есть как бы средство приятное, наводит свежесть, чистоту в день, днем, да, в квартире, то есть, простите. Ну что ж, теперь точно все рассказала. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео.